Теплоснабжение, вне зависимости от любых обстоятельств, это фундамент стабильной работы вашего производства. Модульный тепловой пункт «Титан-М» представляет собой полностью законченный технологический узел для автономного отопления, горячего водоснабжения и нагрева любого теплоносителя. Он заключен в утепленный контейнер, снабженный системами вентиляции, отопления и автоматического управления. «Титан-М» способен бесперебойно обеспечивать горячей водой и отоплением объекты с высокими требованиями, отдельно стоящие здания, поселки и временные поселения. Узел нагрева «Титан-М» построен на базе одного или нескольких вихревых индукционных нагревателей «Винпром» и обладает всеми его преимуществами. Принцип работы индукционного нагревателя прост. Магнитные поля, вырабатываемые катушками индуктивности, нагревают стенки теплообменника, которые, в свою очередь, нагревают теплоноситель, будь то вода, масло или любая другая технологическая жидкость. Модульный тепловой пункт «Титан-М» в зависимости от требований заказчика может комплектоваться несколькими индукционными нагревателями, теплообменниками и другими специфическими технологическими элементами. «Титан-М» в высшей степени безопасен и функционален. Модульный тепловой пункт «Вин Титан-М» прошел испытания в различных климатических и технологических условиях. Он представляет собой универсальное и автономное решение, что позволяет запустить его в эксплуатацию в считанные часы, а его использование не требует специальных навыков или дорогостоящего обучения.